На экваторы господарки Гомельской области убрали зерневые больше на полове площадь, а знаку 50% преодолели 13 районов. Лидер по этим показчику Лоевский тут обмолочено 85% палетков. Три четверти прошли аграры Брагинского и Мазырского районов. У среднем за день в регионе убирают 3% площадь. Поскорить темпы не дозволяя надворье. На жаль, на ближайшие дни прогнозы синоптиков не сутяшальные. Средняя урожайность зараз 23 центнеры с гектара. У кошта держзаказу поставлена амаль полова запланованного объема рапсу 70%. Замаруджвае дажлівае надвор'е і уборку льну. Под гэтую культуру в области было отведено 5000 гектаров. Засуха на початку лета зменшила площадь на 400 гектаров. На данный момент на перепрацовку отправлена 10-я частка льнотрасты. На сегодняшний день мы, что касается льна, ведем и теребление, ведем и вспушивание, и прессуем при нормальных погодных условиях. То есть работы ведутся все, заготавливаем семена.